Пошли АДК. Ты говоришь, что АДК никогда не ходил в жизни. Олег, там Дубасик спрашивает, свод крыт. Да, попробуем запилить. О, Войт, ты тут? Так, этот Гутербол в Энхе тогда будешь. Смотри мне только камни там, пожалуйста. Сейчас. Короче, я пошел пока бить трэш, а вы смоните кральчика, а на остальных смонят. Бати, бати. Еще Трис, я устрою тебя, могу в 10 по серву собрать завтра с утра перед Ультой. Олег, возьми кралик. Ну, на всякий случай, это убью. Олег, кролик, возьми кролик. Чтобы в рейд попасть, ты должна выйти с целка сначала, а не пусовать. Но ты в цитадели ледяной короны находишься. И чё, пати не дает, что ли? Нет, не дает. Да. Есть у кого-то этот атлас лут? Да. Заходи, Валера, на этого мага. Если тебе надо. Да мне просто одна шмотка нужна только на посланника. По-моему, просто надо сейчас уточнить, она с робота падает. Ты можешь посмотреть, да. Там с робота падает наручи? Да. Без понятия. Еще раз, какая шмотка? На посланника. Без ГП. Если, конечно, вы будете слишком сильно слакать, там, не знаю, раз три подряд, то я, наверное, выйду из себя и накину ГП. Такое редко бывает. Было раньше, по крайней мере. Нет. Хан, смарткил, выйди с машины и включи ауру скорости, мы доедем быстрее. Вот, да, вот эти запястья с РПБ на рогу кожаные. Куча витки энергии, где они падают? Не знаю. Днем сразу Левиафан убьем, а потом роботы по фасту, короче. Потом этих боссов в конце убьем. С десятки, а с какого босса? Понятно. Я пошел бить мобов. Пожалуйста, и кто будет в комнате, заезжайте быстрее к роботу, слезайте с машин, вайпайтесь, чтобы сразу мы КД повесим. О, за квест спасибо. Только не давайте квест логова господина. Отъедьте. Хотя подожди, блядь, вас слишком много, сейчас будем тысячи лет умирать, наверное. Еще чуть-чуть, и мы высадимся. Сядьте в мою тачку, кто-то пассажирам, кто колчеданы может собирать. Там уже кто-то сел, да? Садись. А не, он мне багнулся. Ты багнулся? Ну там кто-то тоже прибежал, мы вместе сели. Ну короче, ладно, не будем прямо сейчас убьем, просто релогайтесь и садитесь в разрушители. Тут я вижу 4 разрушителя, 2 осадки. Давайте резче, подъезжайте, не будем вайпаться. Звезду сядет в Гутербол этим, как его,
с пассажиром. Еще один разрушитель едет. Кто еще? Кто без машины? Всяко парни обвис. Тщеславие, садись в кружок пассажиром. В кружок водитель кто-нибудь быстрее. Так, в машине Фога есть все люди? Ну, пассажир есть? Фог. Садись в пассажирское место, а на водителя кто-то сядет звездочку. Садите звезду водителя. Садитесь еще в звездочку в осадную машину. Инстаграм, например. Окей. Этот, Ролана. Возле печеньки ведь стоит разрушитель, тоже нужен пассажир. Жок, пассажир, сядь, дубасик, садись с пассажиром, будешь чай, подбирать вот эти штуки. Фаертроль, вылези, я сяду пассажиром. Давайте речи быстрее, господи. Кралька, сможешь кинуть проклятие косноязычие на босса? Да. Ну теперь садись. Дубасик, садись в кружочек, разрушитель. Появится панелька у тебя там справа под картой. Место пассажира, на него тыкнешь, появишься в пассажирском месте. Все, теперь в кружок водитель должен сесть. Я могу. Да, садись ты. Садись ты, но перед полом кинешь проклятие косноязычие. Все, поехали бить босса. Поближе хоть подъеду. Давай, кидай. Я даю тотемы и рост. Все. Все жмем двойку. А, блядь. Короче, да, ну, сейчас я подъеду, подберешь. Стакайте двойку на боссе. Кто в осадной машине сидит, подъезжайте к боссу, нажимайте электрошок. Сбивайте косты. Блин, что ты не подбираешь, Колчедан? Вуди. Ты тут? Я не стакайся. Сектор газа, блин, нажми, подбери эти жидкий колчедан. На земле валяются. Ты тут? Да, прикольно. Хантер какой-то не убрал дух стаи. Смарткил. Нормально все там. Ладно, садит. Спасибо двум типам, которые настакали 10 стаков. Басик, ты чё? Крючок нажимай. Сектор газа, ты же в машине сидишь, у тебя панелька есть? Скажи что-то. Понятно, ты забагался. Зачем садиться в тачку без вопросов? Давайте, добивайте как-нибудь. Смотри, у меня дыхание сбой. Ну, почти идеальное убийство, да, почти. Нормально. Идем на роботы сразу. Помогите расстрелять. Давай Игнис изерганем внутренника на танк. Ну, не переживай, мы его убьем после. Чтобы все пофились, тебе досталось Татрине. Это план. Понимаешь? Так она и так никому не нужна. Да, нам не надо. Буду ролить ее. Вдруг с ролью еще. Тебе не достанется. Шею. Сойдет. Вуди, спекайся в Энха. Должно быть три хила в рейде постоянно. Так. Тщеславие. У тебя есть танкоспек? А, у нас Сенх есть, есть скорость, нормально все.
Кушаем рыбу, 5-10 секунд, вам на бафы. Помните меня, пожалуйста. Мин в танка, воет в танка. Числа я пока в АДК будь. Можем хардмод сделать, да. Такое себе значение. Да, скажу. Краски, кулаки там обновить, по-моему. Кто чё бафал, паладин? Экстримку, что ты бафал? Ла, принимай сумму. Гелин. Я сейчас каску бафал. Гелин, тогда каску, экстримка, кулак, крест. Кресты бьем взрывом разум в один ретрик в рейде. МК кому-то другому дайте. Стаграм, ты тот? Может, вас менять? Рот закрой. Так. Че лапку? Калк, если ты ВРК, сейчас если Инстаграм не придет на робота, там ничего не скажет, поменяем. Давайте лапу. Все, вот, начинай. Я пока не могу использовать. Это просто бить босса, типа 1, 2, 3. И все. Стринка, выбегай. Сектор газа не надо выбегать с этой меткой. А, тебя спутал. Сердце до 1.5 ляма. Добиваем, потом переключаемся в большой трэш. Очень осторожно. Трэш большой. Короче, ждите, пока танк нагрит. Играйте в мелкий трэш слева, справа. Вот эти хламоботики бейте. Чего дополнительное получите, если их сольете? Уже, видимо, нет. Все, они сейчас... А, не. Добей их, лобота. Повезло вам, можно чего сделать. Добейте сейчас больших. Добивайте больших мобов. Глыбу прожми. Зачем убегать? Все, тут, короче, это, блин, собирай большой трэш, отводи от рейда. Трэш можно не заливать. Сейчас мы доведем 1.5 ляма сердце, и босс сам умрет. Стопайте по сердцу. Стоп по сердцу. Бля, сейчас это начнется хардмод из-за вас и пиздец. О нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, повезло нам. Нет, не повезло. Блять, вы запустили хардмод. Пизда-то, конечно, вы сделали. Теперь с меткой надо выбегать. Дубасик, выйди с метки. Ура. Захиливаем хорошо рейс сейчас. Ничего, выйди с меткой. Выходи с метки. Mm-hmm.
Ну опять выходи. Подальше от метки черной. Сейчас вас притянет. Говорил он. Из метод там выходи. Фразу. Ты говоришь? Кран дает этот дебаф, который 2000 урона в секунду. Да, я согласен, но вообще не ощущаю, что ты так наносишь. 3 хила, тем более. Ну вот, мы задержались на 4 минуты. Вот осколок упал. Кому осколок? Мне. Кому? Кутербол. Кутербол. Давайте, Числави, пожалуйста, помоги потанчить трэш. По вестибюлю все юзаем портал. Инстаграм, ты тут? Олег, мне надо на 2 минуты отойти. И поставь по это на весе, что баф хоть дал сейчас. Давайте агрите трэш, хило тут уже. Там стадо вызывай. Срезку прожми. А, уступить. Я тоже могу уступить. Так, аккаунт. Если ты ВК, у нас рейд пока. Может кто-то устанет. И не знаю, пойдет спать. Так, давайте поролим. Что там? Трейдок озовется надо вещи. Уклачники. Давай трейд. Это кому-то надо? Перчатки, что-то там. Полиприст бист на ДФБ, скорее всего. Ну да, на Эрдо, наверное. Мало вероятно, что это бис. Ну, по статам пойдет. Так, давайте под боссы все. Подведи к звезде босса. Просто тут хилый стоит. Трешку отдаю. Встаньте все под босса. Если вы далеко от босса, то наносит больше урона по вам. Запы такие, перчатки рассудности. А. Вот эти запы. Не знаю, больше не было. Жезл был. Колье. Чё с Левиафана еще падало? Там две шмотки было, шея и еще какая-то фигня. Колечко там еще было, но ты его уже разобрался. Ну да, значит, не было запаха. Что-то попутал.
будет и запас, кстати, скорость двух. Так, тщеславие. О, 100 грамм можешь потанчить босса Малгейма? Да. Давай, Малгейма, тщеславие в АДК. Солилома танчит Белин, а маленького танчит Войд. Будем делать, короче, хардмод. Это легче всего. Чек на пол. Кушайте рыбу. Собью все косты. Давайте сразу порулим. Короче, типа ролим квеститом, который выпадет, кому нужно. Я сразу там добычу отдам. Ну, ты должен выпить флягу, там все написано, и убить босса. Ну, и не умереть при этом. Не помню. Ледяной кроне там цепочку квеста надо делать. Ну, грязовой гряде. Не надо никакой цепочки. 10 этих реликвий Ульдора приносишь и покупаешь. Моба, ну, это, покупаешь. Ну, это типа означает цепочка квестов. Надо сделать квест, 10 штук этих сдать. Лизнит тотем поставь. Они падают у двух ППшек. Тотем на гнев, там этот СПД, который дает, тем она не будет. Все. Давайте, пуляйте танки, в звезду играем. Белин сам себя диспелляет. Магия, которая вешается на тебя. Ну, босс вешает. Убивайте косты и звезды. Синий кружок становитесь, если достаете по боссу, бейте. Давайте все в Малгейма играем. Войд, если ты что, забери у 100 грамма, наверное, босса этого. А зачем прожмутся? Не знаю, может, сорвут агро. Да. Сейчас пропадет эта синяя лужа, появится зеленая, которая наносит урон. После синей сразу выходим на дистанцию все. Дается сакра, чешки и гимн отхил, на всякий случай. Так, вышли. А что две лужи появились? Все, вышли, короче. Давай сакру, гимн отхил. Ну да, вятся, конечно, пацаны. Гимн отхил. Давайте большого. Залейте на Хазараку. Блин, дать на мануале. Да не надо, я поставил тогда. Сдать Димрост, наверное, или без роста. Ладно, ставим, наверное, в следующем боссе. А кто выиграл квест? Филипец? А я его делал, забыл. А кто там следующий попробовал? Хорошо. Квест я дам. Точнее, я тебе дам добычу, ты заберешь квест. Потому что я не вижу. Оу. У меня он уже есть. Да, Саня. Может, третий? Да, серьезно. Блин, я так этот квест не сделал. Да, сейчас. Потом, короче, буду. Не переживай. Краля, поставь шкаф. Сейчас меня надо сумануть.
иди назад. Андрикса, суманите и Дубасика. Дубасик, не иди за мной, не беги. Можешь умереть. Я тебя предупреждал. Кушаем рыбу. Короче, 5-3 танка. Тщеславия, ты будешь начинать. Начинай с ЛП, там кровотвод, ЛП, ЛП. Прожимайся сразу. Войт забирает у тебя босса, потом Белин забирает. Белин, ты кинешь каплю на Войт, если что. Может, послать на кого-то кинуть? Не надо, ты выходной босс. Короче, можем 9 жизней сделать, если хотите. Лепест тут. Да. Кстати, нормальная тема, давно не делали. Короче, не тупар, там надо ждать очень долго диалог, это 5 минут, поэтому давай в следующий раз. Я вот сейчас только его сделал за 3 кд. Тыкайте несу. Да, пошли без него. Калагарный, как будем убивать элик? Да просто как обычно. Левая рука, правая, потом... Че ты не сумалишься? Да, тебя дерьмо. Суманьте меня еще раз, пока топор там пройдет квест свой. Ставьте столик. Сумонолика про Севина. Он столик ставит. Да все, принимай сумон, а дело потом сделается с Дашево. Все равно потом надо будет 4 хардмода тебе делать. А ты его за один раз не сделаешь, так что нет смысла. Это все ждать. Можно просто без копара босса. Так, чек на пол. Он автоматически должен сделаться, ты потом подойдешь, просто нажмешь на знак. Мы уже убили, пока он диалоги там эти смотрит. Все, Чеславия, погнали. Прожимайся сразу. Правую руку сыграли. Какой-то ханк забил. Все в правую руку играли. На Войда капельку Милин дай. Не надо. Да, уже дал. Ну тогда давай, Билин, забирай босса. Играем в другую руку. Танки, которые не танчат боссы, забирайте осколки. Чеславия, ты тратил незаменимость? Да, потратил. Да, потратишь кровоотвод, кровь вампира, когда появится левая рука, и ты заберешь босса. Не надо было сейчас забирать, не надо сейчас забирать. Пока рук нет, он там как-то лошадь. Давайте, правая рука. Пока у него нет рук, он напоминает нашу гильдию. Давайте правую руку. Прожимай срезку, короче, прожми срезку, ты не умрешь. Да спас обилы, танчи, короче, босса. Играйте в руку. Нас все убили. Ой. Баг. Че, можем сделать 9 смертей? 9 жизней. Нет, а чего есть? Это долго, наверное. 9 смертей я просто сделаю. Давайте зарганем туда. Это фигня какая-то. Так, ну, босса танчит тщеславие. Твоя задача... Ну, подожди. Давай, тщеславие, в АДК. На 100 грамм потанчишь мелкий трэш с Белином. Подведите двух мобов, паладины, постаньте их. Встаньте. Их можно встанить и фирить. Сейчас умрет один моб, второго мы даем стан и заливаем тоже. Второго будет дебаф.
Бельгин на себя забирай и танчит до этого деспособил. Есть. Босс идет осторожно. Пошли. Босс баффи дайст. Да, в АДК. Талик ПМ видишь? Да, вижу. Подожди. Давайте еще вот этих мобов сагрим. Только сагрим одновременно. Те кисти надо. Вот эти. Давайте, агрите два моба сразу. Одной точке танчите, пожалуйста. Ну блин, ну в одной точке сведите. И равномерно их подбивайте, чтобы не было берсы. Они еще по рейду хлопают волны. Их надо держать. Ну, возможно, ты прав. Ну, если лицом держать, то они не убьют рейд. Ну, А что они лицом делают? Кливают как лич? Ну ты молнию видел сейчас? Так, смотри, сейчас будем бить босса, Войт, ты танчишь. Ла, молодец. Фога, подымай, Берни, его. Инстаграм, Белин, ловите трэш, играем все в трэш. Под босса встали все. Ну, все нам бан, значит, короче, спасибо тебе. Давайте в трэш играем. Что это такое, блин? Почему он на ханте? Босс. Встаньте под босса, сейчас будет виск. Почему? Она расстроилась, короче, вы забрали ее детей. А стрим идет, просто весь гейм смотрит. Убивайте каст. Вар, разбейте каст. Вот. Почему никто еще не умер? Может, надо бессмертие сделать, да? Нормально. Теперь мы знаем, как багать. Добейте трэш. Сейчас появится большой защитник. Надо будет убить. Сейчас луч. Вот отбегайте от луча, играйте в дикого защитника. Там на дикого защитника. Встанешь сам? Нет. Фога, подымай Хазарака. Отошли от лужи. Отошли от лужи. Сбейте каст. Спойте гимн на хп, кто свободен. Гимн на хп нету хила вообще сейчас. Пою. Интересный. Фейл, попробуй поднять Хазарака. Все, вставай. Ставлю тотем тебе. Маны хватит, думаю. Курики, вы в лицо бьете моба этого. Ультразвук когда идет. Да, видите, играйте сейчас дикого защитника. Ультразвук наносит 100 тысяч урона, что ли, и делит весь дамаг на всех членов рейда. Вышли с лужи. Что там защитником были? Почти без смертей, да? Вещи кому-то надо, сразу говорите. Давай. Еще давай. Кольцо. Что там за кольцо? Кольцо на ДЦ. Киньте трейта, дам перчатки и кольцо. Первый раз вижу, что в урду поселились. Там нужен кто рейд по дамажу зайдет. Зачем вы туда ходите-то? В эту льду?
Да на ловушку эту ебучую, блядь. Ну правильно, тут червяки вылазят, это кожа. Кожа стоит 20 тысяч голды стак. Ну, чешу я человек уже заработал 20к. Уже 30. Так, 100 грамм, ты все уже можешь ДДС прикаться, билин тоже, ну, на 8. Казарак, Велема. У меня их с собой только. Ну, тогда в Эйнх спрятаемся, без разницы. Ну, видите, снежный кон, если в него зайти, то что-то будет. О, правильно, да. Вот так вот. Друзья вывезли. Вот там Сержик на Оне ходит. Валера, вылези, блин. Вот еще один сугроб. Как его обойти? Стой, 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 подожди, надо попрыгать. Пойду его. Блин. Кто-то сагрил. Что, мне вэмп сейчас? Ну да, тут не надо, ты хил. Я могу лемы спикнуться, ты похилишь. Ты уже в вэнхе вроде, да? Ты со мной разговаривал? Я тебя не отвечал. Все, закончились мобы. Спрятался, да? Кушать руки. Видите, просто бейте босса, сбивайте склепы, постоянно двигайтесь, чтобы на вас дебафа не было. Когда появляются две метки на полу, стойте рядом с ней, чтобы когда кинется снежный ком на эту метку, вас не откинуло далеко. Но когда будет снежный ком на этой метке, сразу забегайте в него, чтобы не заморозиться. Потому что ничего не сделаете, придется у вас склеп сливать, потеря ДПС опорой. Каску по магам. Блин, это шоу. Кто бафает кулак, дайте каску по магам. Ставьте шкаф. Кулак по шаманам можно. Кулак по шаманам. Кантам кулак. Каску кантам. Короче, не будет каски, это шоу сказал. Что отойдет, ну, пошли так, потом бахнем. Ну, пошли так, короче, после Юксерона каску уже забахаем там. 100%. Кому это надо вообще? Ну, короче, вот как-то так. Спрыгаю, хилю кого-то. По этих метках очень стоят, которые падают и наносят. Еще у вас хилить приходится. Блин. Двигайтесь в эту грозовую тучу, получайте баф. Блин, кресты, диспельте кольцо льда, вот этот холод. Диспельте. Теперь двигайтесь. Двигайтесь в тучку. Столбы становитесь, там тоже бафы дают. Так, отошли от этих меток. Сейчас упаду снежный ком, все, забежали теперь. Забегаем быстрее. Заморозитесь еще. Все, никто не заморозился. Давайте рост тогда. Бьем дальше. Подиспельте, пожалуйста, холод. О, блин. Отходите от меток, они наносят слишком много урона. В
Блин, я уже 4 стака набрал. Встаньте на границу с метками. Все, забегаем. Капец, цепуха кастуется 1,7. А че уже все ачивы делали этот? Трескучий мороз? Кто ж не заморозился? Там кто-то не добежал. Да нет, все, я смотрел по дебафу. Вроде все. Да, бафы так никто не научился ловить. Да, зачем оно надо? А что их там ловить? Стеж, грозовую тучу и все. Завоеватель. Ты ж не объясняешь, как это делать, я вот не знаю, первый раз тут. Ну, там вообще-то три бафа разных, не только грозовая туча. Костер и луч. Костер, луч и грозовая туча. Да, на рандомно делается. Да, про костер я забыл, кстати. Я ловил все три бафы, и она не засчитывалась. И засчитывалась в какие-то рандомные моменты. Да легко она засчитывается, просто грозовую тучу в костер подносишь, и луч подходишь, и все. Кто-то хочет в родню? Я не об ачиве, а о ДПСе. А ты что, хочешь уйти? Ну да. Что так-то? Ты на X5, нет. Тебе на X5 там РНЕ позвали? Не рейдят, поздно. Не, ну если напряжно сидеть, то иди уже, я там доберу кого-то. Сегодня мне мутант на стриме рассказывал, что там много чего пофиксили на L1. А да, умень? Да, там, короче, все усложнили, не так все легко там, ну, не на там вообще. Уже брат, по-моему, 35 лямов в обычке. Дра там бьет как Халеон с автоатаки. Сражение там, формула скалирования починили. Тут не в одного танка ходить, а в два. Так Кассиндра не должна так бить? Нет, Синдра не должна бить автоатакой больно. Ну блин, теперь будет не два хила. Ты так сказал, что Синдра наоборот должна хуярить. Нормально так. А, Олег правильно говорит, не теперь буду в два хила ходить резко. Бил на танке нахуй, там только смотришь магический урон. Так, у кого есть ДЦ, можно сделать бессмертей. Есть кого-то ДЦ? Есть. Давай спектакль, да. Так, что делать бессмертей, на второй фазе всем надо встать в рейндж. РДД обязательно, миликом тоже. Ну, так, два танка хватит, да? Как вы думаете? Пеппера нету, нет. Не могут проконсультировать. Пеппер онлайн. Аня, как ты думаешь, что первый умрет? Ну, если в этом... Как... Первый умрет на рейк, а потом не будет доказывать, что это не он запорол ачиву. Мне в Ашаму обратно? Да, в Ашаму. Тогда с Рогой. Да, так и будет. Миликов много. Гутербол, давай хила, а я валером тогда. Поменьше миликов надо сделать. Вы же помните, да, что тут танков убивает нахуй? И Джерри он вывел формулу, что надо в рейс одеваться. Ну или он надо. Он не умер в отличие от других танков, которые тут танчат. Да не умирал, ну я же не был там в рейсе. Но зато он в следующем рейде умер с этим рейсом. Подождите, не забывайте. Пускайте, я спекаюсь в Лема, Вуди, в этого кила. Зато он варом с пула умирает. Так, кто будет, кто в туннель пойдет, кто может рассказать? Кто в туннель? Дайте инту лапу. У меня слишком много хантов. Mm-hmm.
Тщеславен, блин, не знаю даже. Может, три танка сделать? Слушайте, отправьте кого-то там, считайте, но мне уже голова не соображает. Скажите, кого отправить вообще? Этот тиммерь. Там просто должен быть кто-то хилищий и напуливающий там, и все. Один хил и один на пулю. Тут три ханта, два шипа пускай. Это я сам знаю, какие ники, кого лучше отправить. Ну три ханта, два шипа. Давай, три ханта. Копард пусть на арене остается. Все, и я пойду тоже туда. Не надо, надо ж хардмод запускать. А, вот там... Если хардмод не запускать, тогда кто меньше дамажит, то вы запускать, да. Вот, два танка идем. Ладно, пускай два танка. Стамити нет. Войд идет. Баланар не идет. Смарткил идет. Ролана. Не, Ролана, остаешься здесь. Смарткил идет. Лизни тотем. Леголас. Филипец. Это сколько ДД я назвал? Три уже. Там хил есть? И ты идешь. Ты тоже, ты хил, короче, ты идешь. Так, вот здесь Смартил, Леголас, Пилипец. Зачем вам масливаете, вы идиоты, что ли? Все, погнали, идите. Лизни тотем, Смартил, Леголас, Гутербол. Ну и все, вроде. Встаньте все в звездочку. Тубасик, Дашкин. Места, конечно, вы не разобрали никакие. Да, сойдет. Да, и так сойдет. Ну просто, когда начнется фаза, все РДД абсолютно выходят на рейндж 8 метров друг от друга. РДД не убивают, это сразу говорю. Это милик как могут убить, но тут ДС и сломают. Их. На тебя в каше, да? Да. Как можно за шипом умереть здесь? Просто танка надо вкачать или потанить. Это ГП. Да, вот замечательно. Что, поднять? Знаешь? Да, поднимай его. Вот эти мобы, они просто дают стан танку, и он не может игру набрать. Смотри, на не знаю. Агро это хуйня, блядь. Стаунтик не могу говорить, не стан. Это за два ханта там есть, нормально. Нормально. Сделали ачиву. А мы хардмод вообще делали? Может, хардмод сделаем? Ну, тут в комнате хрень не страдаем. Вряд ли успеем. А, ладно, давайте просто убьем тогда. Что это за молния? Что оно делает? Да мне как раз это и надо. Зашел. Наверное, удивиться, что мы РС убили третий и в ульде уже на вовремя. Давайте скажем ему, что мы с ВК пошли. То есть посмотреть, где мы находимся, он не может, да? Да нет, вряд ли по сути. Олег, просто думаешь, что все такие тупые, как он. О, вы редите.
Сколько хочешь ждать? Да сейчас это профи убили только что. Сейчас идем на совет. Давайте рост. Не бейте трэш. Звездочку. Пойдешь немножко? Кровь осталась, лед лич. Это сегодня странный день. ЦЛК собралась, да. ЧВРС убил. Кстати, никто еще не умер. Будет смешно, если никто не умрет. Давайте для приличия умерите кто-то, чтобы Филипцу не было так обидно. Пусть он сам умрет еще раз. Да, и потом сказать, ну видите, на третьей фазе, что кто-то упал. Да. Да, Паша, ты ебан. Я чё виноват? Меня трэш слил, блин. Не надо бить трэш, когда там станет. Демите на Фрея. Надо кому-то на милика силового. Не переживай ничем. Еще год пройдет, ты не сделаешь. Вы сейчас на кровь идете? Да. На кровь Фрея. Слушайте, а может так, кто-то. Пипец. Может кто-то пипец, на лану купить место? Пипец, агрин трэш из дома. Сможешь, когда мы в ульте. Слушай, в ульте. Да я в ульду сходил, что там тоже прикольно, приходы классные. Забывательно. Что видите, так? Забери большого актанина. Такие приходы, мои. Ну, на Алгалоне там вообще старджер, вообще космический. Да, если ты хочешь идти, можешь идти, я тебя заменю там. Зачем они цветок большой ставят? ИП накину тебя за босса. Чем вы его станете? А чё покорители филитрового, да, легко выше строли? Я отойду, бью 2-3 минуты. Я уже просто не увидел урока, передай ему, пожалуйста. Давай тебе накину ЕП. Наверное, полтора косаря хватит. 1500. Калк, ты в РК еще? Да. Давай посними. Казара, хочешь Венха, можешь наносить? Это не я строил, друг. Паладин, по-моему, сидит. Не, я посидел. Ну, я Венха спекусь. А, не-не-не, у меня она, иди сюда. Кидал же тебе пати, я уже забыл. Нет. Ставь. Чё, будешь? Давайте все подбросим. Режем просто хил. Если, играйте все в древнем, все в древнем играйте. Белин, забери босса. Под грибы веди. Я древний забрал. Беди древние под грибы, все под грибы встали. Чтобы сала не было у вас. Чтобы не было сала, заходите под грибы. Уходите с лучей. Убивайте петрушку, дерево. Петрушку. Деревце убейте. Деревце возле Фрея.
Фога подымили Галаса. Фейл подыми с этого сектора газа. Вот это может убья? Нимф. Нимф убейте. Давайте пристабав лапу каски. Случай уходим. Только эти каз держа не идет. Так, стадо вызывай, тщеславие, играйте в трэш. Но надо время. Сакру прожимай, сейчас трэш умрет. КП больше у клеточника его бей. Они возродят. Блин, раньше мы просто зерклись. Давайте быстрее. Хорошо же, наоборот, что хоть как-то боссов интереснее будет. Только смысл. Это не критично сделали, но при этом замедлили время прохождения. Ничего не поменялось. Только утратим время, как целка в трэше. Давайте на Мимирона. Формула. Лари алхимика. О, молодец. Пока еще ни одной боешки не упал. Защитник. Пожарника будем делать или спектр ШП? Тыка СДЦ попробуем сделать. Пару траев дадим, если все херово, убьем просто так.